О претензиях к YouTube, Роскомнадзора. Сообщение. ТАСС прочитал внимательно. Но YouTube блокировки. В нем не нашел угрозы. Клипа потому с пословицей. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Продолжу на моем YouTube-канале. Продолжу размещать на моем YouTube-канале. Обязательно. Сегодня серенький денек. Ведь при невозможности это делать, я впаду в анабиоз. Да, интересная ситуация.